Эта работа показывает один из типичных для Олега Николаенко антропоморфных типов. Его, наверное, можно обозначить как холодная женщина. То есть здесь мы видим и такую монохромную холодную цветовую гамму, что характерно для этого антропологического типа. Очень такое реалистичное лицо, открытые глаза. И, собственно, проработка волос здесь очень интересна, потому что он показывает их с одной стороны условно, с другой стороны, обратите внимание на эти завитки, они отсылают к некому женскому началу, к ракушке, которая также часто встречается в его работах. Коллекцию.